Ароматная баклажанная икра будет прекрасным дополнением к основному блюду в зимнее время, если вы заготовите ее в домашних условиях в летний сезон. Закуска получится очень вкусной и сочной. Выход баклажанной икры из указанных ингредиентов, емкость объемом 400 мл. Если вы хотите приготовить больше закуски на зиму, то увеличьте в 2-3 раза количество ингредиентов по списку. Срок годности икры в прохладном месте – 8 месяцев. Подавайте ее к мясу, рыбе или как самостоятельную закуску с хлебом. Баклажан – 2 штуки. Перец болгарский – 1 штука. Помидор – 3 штуки мелкие. Лук репчатый – 1 штука. Масло растительное – 40 мл. Чеснок – 3 зубчика. Соль – 0,5 чайных ложки. Уксус 6% – 2 чайных ложки. Количество порций – 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Помидоры залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Баклажаны и болгарский перец промойте в воде, выложите в форму и накалите ножом в нескольких местах. Овощи обязательно нужно проколоть, чтобы они не лопнули при термической обработке. Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в нее форму. Запеките овощи около 30 минут, затем извлеките и слегка остудите. Помидоры, запеченные баклажаны и перец очистите от кожуры. Пропустите вместе с очищенным и промытым репчатым луком через мясорубку. Выложите всю массу в ковш с антипригарным дном или в казан, добавьте соль и влейте растительное масло. Очистите зубчики чеснока и спрессуйте в емкость. Поместите емкость на плиту и прогрейте до кипения, тушите на минимальном нагреве около 3-4 минут, помешивая время от времени. Выключите нагрев и вмешайте столовый уксус. Разложите закуску в горячие стерилизованные банки и плотно закройте. Дайте остыть и перенесите на хранение. Баклажанная икра через мясорубку на зиму полностью готова.